родственники гостинец прислали. В Турцию ездили. Коробка Рахат Лукум. Я посмотрим, что там. Говорят, для туристов турки продают невкусный Рахат Лукум. А для себя делают вкусный. Вот он уже такой. Слипшийся. По-моему, не очень. Если уж они так упаковали. Так, раз, два, три, четыре, пятый, шестой, шесть видов, зелененький один кусок, тут тоже всего один. Да. На вкус нормально, вкусно, мне нравится.